Роза вместо жезла. Сегодня, в преддверии 8 марта, сотрудники ГИБДД провели праздничную акцию с символичным названием «Цветы для автоледи». Ахмат Халкечев продолжит. Под пристальным вниманием сотрудников госавтоинспекции не только нарушение правил безопасности дорожного движения, но и женская красота. Ну а как известно из всем знакомого выражения, красота спасет мир. Я думаю, что сотрудники больше получают эмоций добрых от улыбок наших автоледи, чем сами автоледи, так сказать. Каждая автоледи, как и предполагает того закон, за рулем в первую очередь является водителем автомобиля, источника повышенной опасности. И своей бдительности ни в коем случае, даже на долю секунды, нельзя терять. Ну а когда девушки понимали, что останавливает их не из-за нарушения, а просто хотят поблагодарить за женственность и поздравить с наступающим 8 марта, на лицах читалось естественное смущение от приятной неожиданности. Вроде бы нарушений никаких не было, я даже не подумала о празднике. Спасибо, очень удивлена, конечно, очень приятно. И вам удачи всем. Внимание со стороны сотрудников ГИБДД в этот день не остались даже и те, кому только предстоит становиться автоледи. Наверняка вас первый раз в жизни останавливает сотрудник ГИБДД. И вот какие впечатления? Приятные, неожиданные очень. Даже не хотелось останавливаться. Почему? Страшновато было. Ну, очень приятно. Спасибо большое. Цель акции, помимо праздничного настроения у прекрасной половины участников дорожного движения, еще и формирование положительного отношения к деятельности госавтоинспекции и полиции в целом. Судя по реакции абсолютно всех автоледи, полицейским удалось достигнуть обе цели. Ахмат Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево, Черкесия.